юнит, всем ИСУ, над кем я имею командование, были выданы указания. Просто так убил. Принято. Хорошая работа. Да не, подожди, тут на тебя жалоба. Ты саундпад зачем врубал? Что? Саундпад врубал. Подождите, еще раз. Ты врубал саундпад в рацию. Для чего? Я сказал всех спеть старославянскую альянскую молитву. На телеканале вместе с ГАМ. Я любил. Меня просто не убили. Я обратился к оверлорду, сказал, что мне отключили рацию. Я сказал, включите мне рацию, потому что я должен исполнять обязанность СЕКа. Меня взяли и убили на втором этаже. У меня был доступ ко второму этажу, мне СЕК приказал подняться на второй этаж вместе с разрешением СЕКа. У меня были все проблемы. Мне это... Просто для чего вы врубали саундпад? Приказ. Если вы хотели петь, пели бы сами. Приказ СЕКа. Это так не работает. Это так работает. Мне приказали спеть данную песню на втором этаже на главном канале Мессида. Дай мне сюда СЕКа. Я бы все время не страдал, если бы мне бы не приказали. Здорово, СЕК. А что ты нам по приказу даешь? А ты ему дал приказ спеть в саундпаде. Куда там фигня? Это не саундпад. Смотри. Это не саундпад. Видишь? Это не саундпад. Я говорил сейчас. Это был не саундпад. Это саундпад. Нет, саундпад — это программа на компьютере. А хочу, это, знаешь, что сказать? Это не саундпад. Слышишь? Это не саундпад. Это не был саундпад. Это все равно не ты поешь. Даже если это нет, телефон. Знаешь, что хочу сказать? Знаешь, он мне спел. Буквально. Я знаю старославянский язык. Старославянский альянский язык. Мне это не интересно. Для чего вы просто пели тогда в рацию? Для понятия. Хотя это не песня, там под... По демке было видно, ну, то, что вы врубали это либо на телефон, либо еще что-то. Это не вы пели. Нет, это моя песня, это мой голос. Это не ваша песня. Мы посмотрели демонстрацию экрана, на демке видно, то, что вы врубали какую-то фигню. Что значит фигню? Старославянский альянский язык — это уже фигня. Ничего себе. А это можно подать жалобу? Я дымка. То, что старославянский альянский язык называют фигню. Почему администратор? Конечно. Так что, Сет, для чего вы дали такой приказ, чтобы данный ЕПЦУ пел? Смотри, мое дело таково. Короче, он мне сказал, это старославянский, альянский, короче, вот это. Да. Вот это, молитва. Вот. Я ему сказал, спой это, когда мы были еще в этой, где форму брать. Вот, он сказал, я не буду при лейлисте. Ну ладно, мы пришли в черный блок, сказал, спой. Он спел своим голосом, не в кучах где-либо. Вот, он спел. А дальше я сказал, а ты можешь спеть это на... Вот это, короче, штуки, да, у этого угла. Вот, все. Слушай. Ой, а я уже нажал на тебя, товарищ Гарри Гарсия. Вы можете тоже телепортировать, там спорная ситуация. Это моя эта игрушка, моя. У него жалоба. Да, я понял. Я делаю. Чё, тише.